И всем привет, ребята, сегодня с вами Максим, и вы на канале Супер Макс Пэй. Сегодня мы будем играть в Roblox Murder Mystery. Но если я докоснусь трупов людей, то я буду примерять, надевать по одному позорному аксессуару, например, одежду такую позорную, типа, розовую, как вы поняли, да. Я думаю, для вас это будет интересный челлендж, потому что хочу вас расстроить, у меня закончились идеи для ролика, да. Но я все равно буду придумывать какие-то идеи, что у меня с запасом остались. Опа, закрыл, надеюсь, да, с запасом остались, и вот, да. Но, да, но вызываете себе чаек, конфеты, придумал, что сказал, не мог ничего-нибудь придумать, что сказать, да. И вам приятного просмотра, да. Кстати, перед началом этого видео, не перед началом, короче, вы, может быть, заметили то, что я добавил музыку. Наверное, я, может быть, добавлю музыку. И я, может быть, сделаю экран, чтобы не было полосок, да. Я попытаюсь так сделать, поэтому... Сейчас мне, я надеюсь, я так сделаю, потому что это будет очень прикольно. Да, ладно, все, продолжайте просмотр, все, не мешаю. Итак, кем я встал? Я стал, шерифом, прикольно. И еще, ребята, я думаю, я не помню, конечно, вот это у меня память, конечно, изменяет, но я не помню, наступал я в прошлом раунде на трупы. Не знаю, конечно, уступал я или нет. Вставал я ли или нет, но давайте засчитаем, типа, нет, я просто не знаю, забыл. Если я наступил на трупы, извини, изменяюсь, да. Этот мальчик странно бегает, и он у нас, похоже, оказался убийцей, похоже, да. А нет, я, конечно, не знаю, кто убийца даже. Да. Ребята, эта девочка была убийцей, да, и мы ее победили. Вот так вот. Так, кто у нас невинный, понятно. Опа, позови кота с собой. Тихо. Опа, так. Ой. Так, тихо. Так, сейчас попаду. Ой. Понятно, все. Да, мы выиграли, ребята, да. Это я еще забыл показать счастливчиков, которые попали в это видео. Да. Я стал невидным. Ага. Итак, ребята, тут какой-то кемпер. Меня убил. Так, кто я? Я невинный, да, конечно. Меня, кстати, в прошлом раунде убили, я невинный. Ну окей. Еще я думаю, девочка, что-то встала. Еще я думаю, то, что у нас получится вообще не видео. Когда я наступлю на тело, то я надеваю какую-то вещь. А у меня получится видео, я просто играю в Мама 2, потому что я еще ни разу не наступил на тело. Но если когда-то наступил, то поправите меня в комментариях, да. Просто, да. Тут кто-то еще бегает. Миньонша. Ладно, девочка миньон, да. Я видел, что этот мальчик убийца, он достал нож. Так ведь? Так, подождите, какой у него нож? Ой. Не знаю, какой, но я стопудово видел. Это точно он. Это точно его нож. Да. Так, я увидел, что вот этот мальчик-убийца. Понятно все. Ну ладно, ребята, на этом конец дам. И извините, потому что так, то, что у нас... Ничего себе, друга нашел в себе. Ничего себе. Вот, кстати, счастливчики, которые попали в это видео. Да. Ты все, надо поступать к этой. Что, ребята, я убийца. Я убийца.
И это, кстати, тот самый момент, когда мне не надо будет вставать на тропы. Ну, наконец-то я этого дождалась, знаете. Ой, да. А я встал, да? Ладно, я встал, похоже. Я не знаю, встал я или нет. Но я же не буду кемперить. А как мне... Девочка... Миньончик? О которой я думал, что она миньончик. Я не знаю, встал я, конечно, или нет. Но ладно уже. Меня выкрала опять девочка. Я разучился играть в Мама 2. Капец. Ой. Ну что, ребята, это видео подходит к концу. Наконец-таки подходит к концу, да. Извините, что оно, в принципе, такое, не знаю, непонятное было. Ну да, в принципе. Я еще хотел показать, как я прокачиваю уровень, да, от 4 до этого, да. Ну вот, да. Ну ладно, ребята, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И всем пока-пока.